Себе для шарфиков. Все-таки соблазнилась на эту вешалочку. Вот такая. Повешу туда свои шарфики. Вот купила такие квадратные коробочки. Они небольшие. 4 штучки. 2 мне нужны в шкаф. Одну вы уже видели. Я положила в нее все, что выпечки касается. Вот еще одна. И купила просто здесь конфетки. Эти я очень люблю. Хорошие. Это хорошая фирма. И такие Butterfly Cookies. Очень они такие воздушненькие. Все, это мои покупки были сегодня в Долларами. Пришли в мой шкаф. Сейчас я буду вешать платочки, которые у меня здесь в моем. Это, кстати, мой платяной шкаф. Я думаю, что я его не показывала, кроме того, что вот когда мы въехали в дом. Вот это моя сторона, это Костина. Тут у меня и зимнее, и летнее все. Здесь такая полка, он у нас еще очень неуложенный. Вот это мои легкие, у меня есть более такие шарфики
толще, ну, не шарфики, да, ну, вот шарфики, именно не шарфы зимние, да, а такие шарфики вот есть на зиму, а это на лето. Я их хочу сейчас вот сюда повесить. Вот, потому что зимние, которые я зимой ношу, такие шарфики поплотнее, они лежат сложенные просто с шарфами рядом, около входа в шкафу, который около входа в дом. А это я сейчас повешу и покажу вам, как это висит, и повешу, чтобы они висели так. Вот так с вещами. Все сделано. Я так скептически относилась вот к тому, что оно именно вот так висит. Я думала, что только те, которые внизу висят, будет удобно видно, а остальные будут закрывать. Нет, нет. На самом деле у каждого свое место. Я каждый шарф вижу. Ни один не прячет другой. Вот. Про каждый шарфик у меня длинная история. Ну, не очень длинная, но есть. Вот этот шарфик, например, я была на благотворительном таком месте, там, где ты покупаешь одежду, и эти вещи идут в благотворительность, новая одежда. Вот я купила там себе этот желтый шарфик, он длинный, платок, шарф. Это больше как шарф. Вот он, вот такой вот он длинный. Я его купила, в принципе, к своему желтому полупальтишко. А вот эти еще с Израиля у меня такие шарфики, я покупала себе их длинненький, этот и этот. Вместе покупала. Я вообще люблю очень шарфики, шарфы, платки. Очень обожаю. Если вы обратили внимание, я часто хожу в чем-то. Это мне подруга подарила. Она уезжала в Австрию, и она подарила. Здесь уже канадская подруга Леночка моя. Я о ней много говорила. У меня много от нее вещей в доме. Это я ехала тоже, это из Израиля. Это я на самом деле везла здесь в подарок одной девочке. Вот, я везла черный и белый. Ну, потом мне так этот понравился, белый, я его решила себе оставить. Вот это из Рима, шарфик. Это платок, это прям платок, он квадратный. Видите, написано «Рома». «Рома». Не знаю, с какой стороны, это я его покупала. Сколько мне стоил? 2 евро, по-моему, я купила. Я его обожаю, я просто обожаю этот платок. Вот это мне свекровь присылала, привозила, уже не помню, присылала. Привозила она другой, в котором я сейчас хожу, но он сейчас у меня к зимним. Идет Габи, вот прыгает на кровати у меня. Прыг-скок, прыг-скок. Так, это тоже вот та же Леночка, которая мне вот этот подарила. Вот, она мне еще привезла с Австрии вот этот вот платочек. Я в нем тоже, когда вот на экзамен я ехала, я в нем была. Меня можно, в принципе, во всех платках увидеть было. А вот это шелковый платок я купила вот в том же месте, где вот этот желтый. В том же благотворительном месте. И этот, вот это, я вам даже пока, это шелковый. Вот видите, 100% silk. Made in China. Ну, естественно, где еще может быть made? Вот он очень простой, видите, он здесь вот такой, тоненький. А здесь обрамление такое атласное и с такими бисером, с таким. Я его, вам честно скажу, носила пару раз, на него все обращают внимание. Ну вот он какой-то вот не туда и не сюда. Вот из-за того, что он, ну, однотонный, как бы, да, его вот как бы не ко всему. Вот к платью какому-нибудь красиво его будет. А вот так оно как-то не очень, не знаю. Ну, я его люблю. В общем, одним словом, все. Вот оно все я развесила. Вот они все мои шарфы висят теперь. И я их теперь вешаю на вот сюда, в свои все вешалочки. А ну-ка покажи мне, как ты залазишь на стульчик. Давай. Так, ракетки, это очень важно. Молодец! Молодец! Вот как ты встаешь, везде достаешь. До маминого кошелька. Это очень интересно, мама знает. Да, там столько карточек разных интересных. Да. Ай, да, мамины все карточки очень интересны. Да, это из банка, можно идти и платить сразу. Я смотрю своих любимых Family Fan Pack. Это американская семья, у них 5 детей. И у них тоже там несколько раз в неделю выходят видео. Очень хорошая семья. Мы их смотрим.